Это королевна. Тычка, аккуратненько. Цветочки так не рви. Кто тут печеньки ворует? Козненькие. Ты тоже воруешь. Извините. Давай. Попу не отпускай. Кого не отпускай? Попу. Откуда ты это берешь, скажи мне? Не знаю. А я не знаю. Какие-то крутые птички так поют. С утра просыпаешься в отличном настроении. Обожаю тай. Вообще, всегда такая погода чудесная. Просто невероятная. Природа невероятная. Я уже одеваюсь только исключительно в шортики, в майки тайские. Уже практически тайка. Наш пляж. Хочется все эти картинки в памяти оставить. Скорее сюда вернуться. Не пойму, загорела толком или нет. Вроде чернявка. Это разве лебедь? Ты уж посмотри внимательно, кто это. Фламинго. Молодец. А единорожка – это маленький сыночек фламинго? Да. Да? Разве? Да. Мне кажется, они такие разные, нет? Давай фламинго пустим, пусть он в бассейне поплавает. Откуда тут вороны? Ага, вороны прилетели. Ну что, в принципе, понятно и доходчиво. По шлагбауму не ходить, по башке даст. Ребят, кто будет в Таиланде, вот вам меню местного Макдональдса. Сразу, заранее выбирайте, вот, например, раз, два, три, четыре котлеты в Биг Маке. Нормально? Thank you. Леона, только с папой так играть можно. Предательница. Давайте, давайте, ешьте быстрее, а то отнимут. Ешьте, ешьте быстрее, а то отнимут. Тея, Тея, быстро иди домой.
Хватит. Папе нервы трепать. Отгадайте, кто едет в этом тук-туке. Конечно, наши мамы. Вы, видите ли, не понравилось в машине ехать. Вот мы за ними едем.